Ильяс Челобаев. Сравнение по истории России. Учебное пособие для подготовки к ЕГЭ. Ссылка на книгу в описании под видео. Средняя вероятность. Различия. Программа Южного общества декабристов и программа Северного общества декабристов. Тезис. Русская правда Павла Пестеля была радикальнее, чем Конституция Никиты Муравьева. Обоснование. 1. По вопросу о форме правления Павел Пестель предлагал более радикальный отход от традиции. Например, он предлагал не просто ликвидировать самодержавие, но и отменить монархию как таковую, заменить ее республикой в качестве формы правления. Для России с ее многовековой монархической традицией это был бы слом устоев. Никита Муравьев предлагал более умеренный план, вариант ликвидации самодержавия. Например, он предлагал ввести конституционную монархию, при которой суверен царствует, но не правит, а реальная власть находится в руках парламента. По вопросу о крепостном праве Павел Пестель предлагал более радикальный проект освобождения крестьян. Например, согласно русской правде, крестьяне освобождались землей без выкупа, а землю предполагалось взять у помещиков за счет частичного раздела помещичьего землевладения. Для России с ее огромным помещичьим землевладением и влиянием дворян в армии и государственном аппарате это был бы слом устоев. Никита Муравьев предлагал более умеренный план отмены крепостного права. Например, он предлагал не трогать помещичью землю, но крестьянам раздать приусадебные участки и две десятины земли. Третье. По вопросу об избирательном праве Павел Пестель предлагал более радикальный вариант демократии. Например, согласно русской правде, все мужчины получали право голоса, причем без имущественного или иного ценза, кроме возрастного. Для России с ее неграмотным населением и отсутствием традиции демократии это был бы очень смелый проект, особенно учитывая, что Европа при всех ее традициях демократии в то время практиковала избирательное право с имущественным цензом, то есть голосовать могли лишь люди зажиточные. Никита Муравьев предлагал более умеренный вариант демократии, например, согласно Конституции Муравьева, избирательное право должно было быть ограничено имущественным и образовательным цензом. Ильяс Челобаев. Сравнение по истории России. Учебное пособие для подготовки к ЕГЭ. Ссылка на книгу в описании под видео.